Леди Димитреску, сломаю вам хлеборезку. Отлично, окна мы тут разбиваем. О, что ты сделал с моей дочерью? Это мне? Я ничего. Абсолютно ничего. Просто ее убил немножко. Чуть-чуть убил. Это бывает. Если ты злодейка, ты должна была предугадать эту хуйню. То рано или поздно вас, блядь, убьет. Придет какой-нибудь Итан. И отытанет вас по самые Итаны. Блядь. А куда тебя вращать, я ебу что? Мужские взгляды женщинам презренны, обедняков заботит лишь одно — отдать владыке урожай отменный, чтоб поскорее потекло вино. Ага. Ты, короче, сюда? А ты, я хуй знаю. Типа мадама на мадаму. Вау. Ебать, я догадливый, сукин сын. Че, воротка откроется? Ну? Да. Еще две дочки остались, и она. Ебать, там все в крови. Какой милый козленок. Я тебя ломал. Какого твоему черта? Ох, не нравится мне это. Ох, и не нравится мне это. Ну, конечно. Давай, блядь. Идешь ты нахуй. Друг свой забирай. Идите нахуй. О, блядь, иди нахуй. Иди нахуй от меня. Убери руки свои потные, блядь. Сука, тварь. Башмаки. О, порох. О. Коробку, подожди, бля, коробку дай сломаю, дай коробку. О, блядь, да, ёб твою мать. Ууу, ты присосался ко мне, это, блядь, некрасивый же. Ну да, блядь. Оп, I'll be back, да? Иди, блядь, на мину. На мину сюда иди. Вот. Всех, блядь, разом просто. Фух. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, пиздец, это был пиздец.
Вроде всех отдались. Ну нет, еще ты, блядь. Не вставай. А, он в прах превратился, как вампир какой. Альтернативный лифт? Да. Альтернативненько. Они выходят сюда ночью, я так понимаю. Днем они не выходят, это опасно. Согласен. Я бы тоже не. О, кто-то звонит. Алло. Алло. Алло, говорю. Зря ты дверь закрыла, зря. Ой, зря, блядь. Аня. Я все окна тебе нахуй похуярю. Ну, блядь, ну конечно. Опа. Опа-на. А ты типа меня не видишь, да, с высокой колокольни? А меня видит, сука. Матерь Миранда, мне так жаль, но наш пленник Итан Уинтерс смог сбежать от Гейзенберга. Сейчас он у меня в замке и уже успел попортить кровь моим дочерям. Я поймаю. Нет, матерь Миранда. Да, конечно. Я понимаю всю важность церемонии. Я вас не подведу. Ой, злится. Черт, церемонию. Бабища-то злится. Заплатит мне за все. Злая какая бабища. Бабищище. Бля, аж показалось, что это вот она. Ебать, какой у тебя размер? 147-й? Матерь Миранда вызвала нас всех к себе, чтобы мы решили судьбу отца ребенка. Меня аж трясет. Когда я вспоминаю этот семейный совет, ко мне относятся как к сестре этих выродков. А этот Гейзенберг, эта рвань, не научится манерам, даже если отхлестать его ими. Я бы его порвала, но матерь не позволила. Почему она ведет себя со мной, как с ними? Она подарила мне этот замок, послушных дочек и вечную жизнь. Ведь так? Кто ее любимица, если не я? Кто лучше всех? Надо выпить. Роза. Она где была ты? Здесь, наверное, да? Блять, дверь, ты меня не пугай тогда. Ну конечно, 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 заперто с другой стороны. И как мне пройти на эту другую сторону? Очень интересно, очень интересно. А обратно мне как пройти? А как вот обратно мне пройти? Понятно. Значит, что-то должно быть здесь, правильно? Может, ключ какой? Нет у меня, только семейная фотка. И что? И что? О, блядь, я каким-то макаром ключ подобрал. Вы серьезно? Или нет? Что за... Пуфик не могу двигать. Да где, блядь? Сука. Не понимаю. А, ну да.
Ключ Димитреск. Глаза типа разуй. Ну конечно. Твою ох мать. Ты, блядь! Вот ты где. К чему это все? Ребенка в замке нет. Какого хрена ты делаешь? Омерзительный мужлан заявился в мой дом. Посмел вау. Протянуть лапы к моим дочкам. О, теперь сука. Ты пытаешься меня обокрасть. Как смеешь? Вау. Дура, передохни, блядь. Пока можешь. Скоро я тебя найду и уничтожу. Дура, что ли, бля? Ну, покажи свою силу. Ой, боюсь я вылезать там. Наспех. Там что-то, да? У меня 3 патрона. 3 патрона. Больше создать не могу. Металл-то мне не дают. Ни ржавый, ни обычный. Ну, а, блядь! А, блядь! Да ладно! Не пытайся убежать. Я разорву тебя. Ебать! Ты не увидишь свою дочь. Ебать! Вот ты мразь. Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное дому Димитреску. Иди нахуй, мою руку отдайте. А ты медленнее, блять, открываться не можешь. Идешь ты нахуй. Да, блять. Иди сюда, сука, Блять. Да, иди ж ты нахуй. Иди за мной, блять, пизда глупая. Кидала, блять, что могу, нахуй. Мне шубу просто заправлять. Ключ Димитрес, куда? А ты еще дольше можешь открывать, нет? О, маска печали, заебись. I'll be back here. Ты не сбежишь отсюда! Давай руку подлатаем, а? Пиздец, блядь, Итан. В 7-й части тебе левую руку оттяпали. В 8-й, блядь, правую, нахуй. Хорошо. К черту этот замок! Да сбежать-то это легко. Блядь. Ладно, вас убивать выгодно, пусть. Да блять.
кто-то ходит нахуй. Имейте в виду, что у госпожи пропала губная помада. Если вы найдете помаду, верните ее в ванную комнату. Она очень дорогая, так как изготовлена заказ. Главная камеристка. Сука. Это же есть туда. Ну конечно, блядь. Оу. Один день после процедуры три девушки лежат неподвижно. Кажется, будто они мертвы. Изо рта старше вылетело насекомое. Оно похоже на обычную муху. Два дня после процедуры все три тела покрыты мухами. Похоже, мухи пожирают их плоть. Когда я открыла окно, часть мух тут же упала замертво на пол. Видимо, их убивает холод. Я быстро закрыла окно, чтобы не сделать насекомых еще слабее. Четыре дня после процедуры все три тела почти целиком съедены насекомыми. Осталась лишь темная копошащаяся масса существ в форме тела. Сразу после полудня насекомые начали менять цвет. Те, что сидят на лице, стали бледными, а те, что на губах, ярко-алыми. Шесть дней после процедуры масса насекомых вновь превратилась в тела людей. Все трое очнулись и смотрят, как младенцы. Я чувствую связь, как мать с дочерьми. Я уже выбрала для них имена Белла, Даниэла и Кассандра. Оу. Интересно, конечно. А, вон вы. О, дядь, они тут шароебятся. Шар с цветком и мечами. Ага, это, наверное, вот этот шар и надо вставить, да? Да ты чё, блядь? Да ты, блядь, сдохнешь, что ли? Вроде сдох. Всё, что ли? Ничего нету? Да, мне это не нравится вообще. О, для дробовика, для дробовика. Для дробовика любые патроны. Бесценны. Так. Научного названия нет. Размер 5-6 сантиметров. Структура тела как у мясной мухи. Но голова отличается. Они плотоядные. Активно питаются мясом. Чтобы поймать жертву, они принимают форму человека. В процессе используются феромоны. Они рождаются, когда каду откладывает яйца в хозяине. Но сами мухи не способны к размножению. Слабеют при резком понижении температуры. Если температура опускается ниже 10 градусов, их метаболизм замедляется, и они впадают в некое подобие криптобиоза. Как тихоходки или, может быть, полупедилум вандерпланки. Ёб твою мать. Мой английский божественный, а это латынь. Так, 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 боеприпасы, все, все, что можно, собираем, собираем. У нас ничего не хватает, ёбаная жопа, кожаные мечи. Ничего не можем создать, ничего не хватает. Это что? Ебать, я вам шо, музыкант? Короче, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Ебать, я, блядь, музыкант. Это повыше, да? О, нихуя. Нет. Это, о, я почти угадал. Так. 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 Нихуя себе, я музыкант. Я сыграл как бог просто. И чё? Опа, ключик, хуючик. Надеюсь, тут не появится какой-нибудь урода. О, здрасте. А, это я на улице, да? Не хочу я к вам. Ой, блядь! Нет, меня здесь нет. И, блядь, вот это я влип, вот это я встрял, вот это я влип, вот это я встрял, вот это я влип, и встрял. Этот, герцог. Герцог мне пизда, герцог. Фух, блядь. Видеть, что вы целы. Как идут дела? Отвратительно. Розы тут нет. Ну, мне жаль, что так получилось. Вы найдете ее вне стен этого замка. Не хотите что-нибудь купить на дорожку? Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. Фух, блядь. Было крипово. Опа, нихуя себе. Быть может, он меня не заметит. Ебать, лабиринтики, а. А чё, чё за... А, нихуя себе. Ебать, ну это надо по краю проезжать. Прям по краю, 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 краю. Давай, давай чуть-чуть. Оп, 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 оп. Оп. А чуть давай. Давай, 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 да. Оп. Ай, ты, 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 ты. Блять. Давай, 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 по чуть-чуть, потихонечку, полегонечку. Опа, опа. О, блядь. Он где-то рядом шароебится, сука. Мне это вообще не нравится. Вообще, блядь, от слова совсем, ребят. Мне это совсем не нравится. Ищите что-то конкретное. Все. До новых встреч. Ох, твою мать, ох, твою мать. Она там ходит и ходит, сука, ходит и ходит. Нашла меня, что? Так,
Так, а куда мне надо? А, да ты, блядь, гонишь. Наконец-то мы встретились. Идёшь ты нахуй. Ой, блядь, это ж тупик. Блядь. Отъебись, отъебись. Блядь, да дай пройти, сука. Старая карга. Не трать моё время. Давай сюда, блядь, слабо. Слабо. Сука, вот дичь, а. Меня разбудит, что ли? Здрасте. Я тут мимо просто пробегал. Где? Зал радости. Поиграй со мной. Блять, иди ты нахуй. Да твою мать, вы серьезно? Отъебись. Да вас тут две. Отъебись, блять. Да. Сука, вот это я влип, вот это я влип. Влип. Лап. Твою мать. И все, иди нахуй. Да блять, ну отъебись. Для мамы ты тепловат, а для меня смерть. Ты омерзительный чужак. Ой, здрасте, это что, кухня? Отвратительно. О, патроны. Патроны я люблю. А, вы опять здесь. Блять, ебать, по наитию чисто прибежал, чисто по наитию, блять. Гробик, да? Гробик, сука. Это что-то разрушаемое. А, я понял. Ну, блядь. Обломок кристалла. Интересно. О, заебись. Так, отлично. Кости. Лазурная ока. О, блядь. Одна аптечка, взрывчатка. Ноль патронов на дробовике. Всегда мечтал, придется аптечки хуярить. Две аптечки. Оп.
Спички тоже. Скажите мне, что они не режут. Не, ну на. Да, я точно идти не хочу. Там они не пройдут, потому что холод. Так, подождите, мне... Давайте, короче, сейчас добежим до комнаты торговца и там посмотрим, что там надо. Блять, здрасте. А, иди нахуй. Куй тебе. Чмо. Заждался. Очень. Иди сюда, я хочу посмотреть, как ты сюда, блядь, пойдешь. А, блядь. Чё, дичь, блядь, слабо? Слабо сюда зайти? Слабо, блядь. На тебе, по булкам твоим. По булкам твоим, блядь. Ой, блядь. Ах, да. Ага. Фу, блядь. Лазурное око. Ценное плюс сочетаемое. Я оставлю лазурное око. Я покупаю это только из уважения. В смысле? Чё покупаем? Ха-ха, так любил приговаривать один мой друг. Один твой друг, говоришь, да? Ебать, у тебя чё так дорого-то патроны стоят? Это, блядь, пиздец. Я могу установить любые модификации. Заходите еще. Твою мать. Так, теперь надо разобраться, куда нам бежать. Зал четырех, ну это понятно. Это, я так понимаю, по-по-по-по-по-по-по-по. Так, что под землей? Понятно, деревня под землей, здание. Вот, да. Что еще? Вот мы не были в зале радости, на втором этаже, короче. Как поднимаемся, это вот сюда, железный ключ с отметкой, проходим библиотеку. Идем в зал радости. Это, короче, с главного зала мы заходим в зал радости. Потом в библиотеку, потом выходим. И там идет оперный зал. Значит, это КП, ПХ, башня типа. Так. Подвал. Дегустационный. Еще дверь закрыта. И там мы все обижали, в принципе. Особые покои залутали.
Там тоже были. Короче, вниз нам не надо. Это уже хорошо. Значит, все здесь. Поднимаемся с главного зала, значит, на второй этаж. Главный зал поднимаемся. В зал радости. Сразу налево, направо, прямо, прямо, прямо. И все, бежим. Бежим, бежим, бежим. Леди Димитреску поможет нам ускориться в этом нелегком, блять, путешествии. У, сука. И ее дочка. Эх ты ж, блядь, серьезно. Ты сейчас серьезно. Бежать. Нахуй! Сука, вот ты, блять, мразь. А, оно с другой стороны, сука, заперто, блять. А, да отъебись! Как ощущения? Отвратительно, иди нахуй. Омерзительно, чужак. Скорее бы узнать, что с тобой сделает мама. В смысле, она меня убить хочет. Сука. Хорошо. Ну как-то нам надо попасть через... Что? Через улицу, сука, серьезно. Нам нужно выйти во двор. Вот он, оперный зал, да, вот она, это самое. Это, короче, сейчас бежим, бежим через вот так, главный зал. В обход к столовой, потом налево, на кухню, на... А, нет, стоп. В столовую, прямо во двор, налево. Оперный зал, или же здесь можем, да, здесь можем подняться и сразу направо получается. Ой, блять, вот это вот обещают побегушечки быть, побегушечки. Ну, ладно. Нет, стоп, что там? А, ну да, до столовой. Ну чисто можно ломиться, блять, прям. А, блять, да твою мать, а! Здорово, мужики. Некогда, некогда. Да сука, отъебись. Ух ты, блядь. Петух, блядь. Сука. Конч. Да твою мать. Ты наконец пришел ко мне? Все в меня неизбежно влюбляются. А, блядь, твою мать. А, нет, 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 не надо аптечку, нет. Отъебись. Сука, я сожрал аптечку, вы серьезно, блядь? Ты хочешь побольнее? А, блядь, отъебись, Как тебя победить? Сука, давай иди сюда. Блядь. Ну чё, поцелуемся? Ты злюка! Горячие пули, не хочет. Зачем ты это делаешь? Тебе было прохладненько. Ой. Зачем? Зачем ты так сделал? Чтоб тебя убить. Это сон. Просто сон. Черт. Что ты делаешь? Стреляю в тебя, не видишь?
Не хочу умирать. Ненавижу насекомых. Очень ненавижу. Еще с седьмой части, блять, воротит от них.